солнышко чудесно, день веселый впереди. Но гулять не интересно, но гулять не интересно, потому что я один. Мне бы маленького братца, я бы с ним гулял всегда. Я не стал бы с братцем драться, я не стал бы с братцем драться ни за что и никогда. Я не стал бы с братцем драться, я не стал бы с братцем драться ни за что и никогда. Кто такой? Это мой братик. Его зовут Тук. Братик? Ну что ж, пусть он будет твоим братиком. А теперь скорее завтракать. Тук, наверное, тоже голоден. Никогда в жизни не завтракал. Ешьте, дети, завтрак нужен всем на свете. Стать большими нелегко. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, ко-ко-ко. Кто оставит все на блюде, никогда расти не будет. Стать большими нелегко. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, ко-ко-ко. Что ты делаешь? Это же камень. Очень вкусный камень. Большой. Мама, можно мы пойдем погуляем? Идите. Но только недалеко. Ладно. Расставаться нам не надо. Будем вместе мы играть. Будем рядом вместе по лесу гулять.
четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Я тебя нашел, Тук. А разве ты меня видишь? Ну, конечно, я вижу. А я тебя не вижу. Будете. Мне уже прятаться надоело. Его здесь нет. Его здесь нет. Бежать домой. Цыпленок здесь, поросенок здесь, страусенок. Где страусенок? Где братец? Я его не видел. Значит, он пропал, бедный, во время грозы. Надо его искать скорее, а то он заблудится. Ой, беда, беда, куда бежать, куда? Затерялся, заблудался, нету их следа. А может быть, беда стряслась? А может быть, он ищет нас? Ну где же ты, малыш? Ну что же ты молчишь? Надо искать. За мной. Никого. И ничего? Ничего. Опять нечем поживиться. Ладно. Пойдем дальше. Пойдем. Тыря-то молодцы, молодцы. Не растяпы хитрецы, мудрецы. Себя не утомляем и всем того желаем. Но все не одобряют нас идеи. Я всегда в чужом саду без собак. Нахожу себе еду только так. А я в чужих кладовках питаюсь очень неловко. Но все не одобряют нас, не верит нам никто. А что? А что? А что? А что? А что мы делаем особенного? Что? Смотри, баран! Да не на меня! Смотри вперед! Видишь? А что это такое? Это наша удача. На этой экзотической птичке мы с тобой неплохо заработаем. Ага. А как? Мы посадим ее в клетку, будем возить повсюду и показывать за деньги. А? Понял? Ага. Тогда за дело. Обходи справа, а я слева. Только смотри, не спугни. Ага.
Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Далеко он не мог уйти. Я пойду в эту сторону, а вы ищите его там. Самим не вытащить. Иди, баран, ищи подмогу. Ладно. А? Ой. Здравствуйте. Здрасте. Привет. Вы не встречали нашего братика? Некогда мне кого-то встречать. У нас клетка с птицей в болоте застряла. Подмогу ищу. С какой птицей? Со страусом. Ой, а почему он в клетке? Мы его вместе с котом поймали. Теперь за деньги показывать будем. Надо спасать страусенка. Надо. Мы вам поможем. А, это хорошо. Пошли со мной. Хорошо иметь верных друзей. Мы теперь никогда не будем расставаться.